жители сюда принесли с частного сектора, со всех принесли ветки, порубочные остатки, как мы видим, здесь даже листья и тому подобное. И действительно, в поселке Загорянский на улице Валентиновская возле домов номер 38 и номер 36 мусорная свалка достигла огромных размеров. Все началось с того, что компания, занимающаяся комплексным благоустройством дворовых территорий ООО «Вектор», не убрала за собой порубочные остатки. В свою очередь, жители домов, близлежащего рядом частного сектора, решили также оставлять ненужные им ветки и сучья на мусорной площадке. В итоге образовалась гора ненужных отходов, включающая в себя также старую мебель и доски. Увидели, ветки лежат, почему бы их туда не подложить? Они подложили. Убрала свалку административная комиссия по вывозу твердых коммунальных отходов в округе. В одном из недавних сюжетов мы уже рассказывали вам о том, что региональный оператор «Хартия» вывозит только бытовые отходы. Для стройматериалов и порубочных остатков жители должны сами заказывать специально предназначенные для этого контейнеры. Сделать это можно либо самостоятельно, найдя компанию по вывозу такого мусора в интернете, либо позвонив в свою управляющую компанию или в отдел администрации по вывозу ТКО в городском округе Щелково по телефону 8-496-561-1171. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.